Проблема доставки туристов на Хортицу, в частности, к музею ИСИЧИ, вероятно, можно считать решенной. Две недели назад начал работать 48-й маршрут от вокзала Запорожье-1 через остров к Запорожскому дубу. Чтобы показать товар лицом, сотрудники национального заповедника взялись за приведение в порядок остановок по ходу транспорта. Еще до начала нулевых через Хортицу ходил троллейбус, потом маршрут отменили и даже сняли троллеи. С тех пор сотрудники заповедника безрезультатно пытались добиться восстановления регулярного транспортного сообщения между городом и музейным комплексом. Теперь, когда проблема, можно сказать, решена, строят далеко идущие планы. Мы сподіваємось зробити його масштабним європейським маршрутом, як це робиться в Європі, в всіх країнах. Тобто людина зможе купити абонемент і практично весь день їздити туристичними об'єктами нашого міста. Тобто можна буде відвідати і краєзнавчий музей, і театр, музей зброї, Запорізький дуб, туристичні об'єкти на Хортиці. Тобто ми хочемо зробити такий собі, знаєте, проєкт «Культурний маршрут міста». А пока приводят в порядок остановочные комплексы по ходу 48-го маршрута, оставшиеся с советских времен. Убирают заросли, снимают ржавчину, красят конструкции и ставят импровизированные скамейки. С косметикой собираются управиться за день, а в течение двух недель произвести полномасштабный ремонт. Сейчас на Хортице по маршруту 4 остановки. Может, попробуют сделать еще одну возле Мамая.